Так, ребята, всем доброе утро. Сегодня у нас, ну, если его, конечно, можно назвать добрым, но какое есть, так скажем, 22 сентября, сегодня четверг, время таких достаточно серьезных событий на рынках, и в политике, и везде, 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 и в Америке, и куда только ни глянь, все, ребята, достаточно бурлит сильно. Давайте теперь разбираться, что у нас на текущий момент есть. Посмотрим, в общем-то, макроэкономика, каких-то сильных новостей прям таких нету, но вот самое это число первичных заявок на получение пособий по безработице, то есть, в общем-то, обычно она в пределах нормы и каких-то сильных реакций не вызывает, но посмотрим, может быть, что-то будет интересное. Из российских компаний сегодня у нас Татнефть, дивиденды, ребят, за первое полугодие. Будет вопрос, соответственно, то есть, по-моему, ожидается 30 рублей, 32 рубля 71 копейку ожидается, но посмотрим. Поэтому, ребят, Татнефть, дивиденды, то есть могут быть интересные движения. Давно бумага не двигалась, но дивиденды она очень часто, ребят, отыгрывает неплохо. Посмотрим. В общем, если отменят, будет, конечно, наверное, не очень отрицательный рост, так сказать. Давайте теперь по рынку. Что у нас есть? Вчера вышли данные по процентной ставке, ее понизили, и, соответственно, американский рынок на этом фоне упал. Новость ожидаемая, но, в общем-то, здесь, наверное, более важны комментарии о том, что будут повышать и дальше, и, соответственно, в следующем году понижать не планируют. На этом фоне упали американские рынки. И вырос индекс доллара. То есть, в общем-то, на текущий момент индекс доллара у нас обновляет максимумы. И тренд пока что продолжается достаточно уверенный. Еврик пробил свои минимумы, соответственно. И все валюты, которые мы только не посмотрим, двигаются в одном направлении. Здесь, в общем-то, ничего такого нету. То есть, доллар укрепляется. Если посмотреть на товары, то нефтянка, ребят, стабильная. Но пока что эти данные, которые есть, то есть возможно рецессия, которая у нас, скорее всего, тоже присутствует, это негативный фактор. И, в общем-то, нефть сейчас бьется за 90, бьется за эти уровни, пытается то расти, потом обратно падает, падает, опять растет. То есть пока что у нас такая проторговка происходит, и движений пока что нету. То есть, в общем-то, каких-то трендов пока что у нас нету. А далее, золото, ребят, опять идет на минимумы, то есть, в общем-то, у нас был закол 1680 локального на новостях, но, в общем-то, пришли обратно в минимумы, и каких-то предпосылок для роста пока что нету. То есть, здесь, как обычно, у нас есть границы, и, в общем-то, все. Из металлов, из сырья в целом хочется выделить алюминий, который стабильно сейчас падает, пробил там круглое число, и сейчас идет тренд на снижение, такой достаточно, на мой взгляд, возможно, уверенный. Поэтому Русал может быть под давлением. Теперь, ребят, давайте разбираться с нашим российским рынком. То есть вчера в 9 часов утра выступил президент и объявил о частичной мобилизации. То есть, по большому счету, эскалация, так сказать. И мы сейчас будем ждать новых санкций. То есть, какие санкции будут, кого они будут касаться. На мой взгляд, уже как бы просто нечего даже особенно. То есть, уже все, что могли ввели. И, соответственно, каких-то прям таких потрясений может не быть. То есть ввиду, допустим, против какой-то компании санкции, ну, что там уже сделать, да, уже все уже просто-напросто. Поэтому здесь вот такая вот возможная картина. То есть ожидаем новостей о санкциях. Далее, давайте начнем с курса рубля. Здесь нужно сказать, что курс рубля у нас стабилен, ребят. То есть есть все шансы, что просто-напросто будут держать курс рубля в районе 60-61. То есть вот такая вот зона, которая у нас была актуальная еще в середине лета, на текущий момент просто держится. При прочих равных, ребят, если бы курс рубля реагировал, именно он бы уже далеко улетел. То есть всегда, когда какие-то геополитические трения, всегда остро реагировал курс рубля. Но здесь видно его сдерживать. То есть видно, что каких-то супер покупок, супер движений нету. И есть вероятность, что где-то он здесь просто остановится. В таком случае, ребят, объемы торгов на валюте, на тишке, на нашей любимой, на фьючерсе, будут спадать. То есть это такой сценарий вполне вероятный.
потому что все, повторюсь, эти события, которые были, они способны были выдавить курс рубля, наверное, уже выше 120, как не больше. Но курс у нас молодец, держится, так скажем. Был прокол и вернули обратно в 61. То есть, в общем-то, пока видно, что удерживают эти значения. Здесь уровни какие-то, что-то там строить, ребят, я не вижу абсолютно никакого смысла. Если отпустят, если пойдет просто какое-то движение наверх, это просто будет ракета. Но пока видно, что не отпускают. Видно, что, в общем-то, есть кто-то, кто держит курс рубля постоянно, ребят. И здесь вот 61, вот ощущение такое, что выше 61 не пускают. То есть как-то он такой пытается, потом его обратно сюда. Но повторюсь, ребят, если примут решение, допустим, чтобы как-то бюджет там больше получал рублей, то просто-напросто в течение там 2-3 дней мы можем улететь 70-75, может быть, куда-то в ту зону. Поэтому здесь исключительно такой, наверное, политический даже момент, нежели какой-то фундаментальный, технический. Теперь индекс ММВБ. Вчера мы коснулись минимумов лета. То есть это не то падение СВОшное, которое у нас объявлялось, когда у нас на 50% индекс падал, но минимумы лета мы коснулись. Поэтому на текущий момент вот как раз уровень 2050 выступает очень сильным, и уровень 2000 ровно как круглое число и как очень сильное значение для нас является таким сильнейшим на текущий момент уровнем. Здесь по индексу, по акциям нужно следить вообще за риторикой, то есть что может быть. Может быть, первое, отмена дивидендов Газпрома — это просто, ребят, ракета вниз. Второй момент, какие-то сильные санкции маловероятные, но в принципе, если вдруг что-то придумают сильное, тоже ракета вниз. То есть здесь, скорее всего, такое самое важное событие — это 30 число, 30 сентября, заседание совета директоров по Газпрому. То есть если вдруг отменят дивиденды, то все, ребята, это как бы пробиваем, и там уже неизвестно, что делать. Но это не основной сценарий, это как бы такой дополнительный, вполне невероятный. Еще есть у нас ФНБ, ребят, на 1 триллион рублей, которые, в общем-то, могут потратить на покупку акций, и если о нем заговорят, это может быть причиной такого роста. То есть, если хотя бы какие-то вербальные интервенции будут, что вот мы сейчас, рынок будет падать, мы будем тратить ФНБ. Это для роста, ребят, то есть это позитивно. Пока что мы видим, что у нас движение прошло, то есть 2 дня у нас такого падения произошло, и здесь консолидируемся. То есть базовый сценарий — это не возврат куда-то или не падение. Где-то здесь, вероятнее всего, мы начнем просто проторговываться. У нас есть незакрытый гэп, поэтому, в общем-то, вчера мы видели такое достаточно, откупали, пытались откупать какие-то акции, может быть, какое-то перекрытие гэпа. То есть такой сценарий, в общем-то, вполне вероятен. Но какого-то сильного роста, я думаю, пока не будет. Далее, теперь отдельно акции посмотрим. Здесь нужно смотреть на мелких таймфреймах, потому что волатильность очень высокая. Сбербанк стабилизировался на 120, то есть вчера видно было, что просто около 120, то есть цена такая ниже пошла, начали откупать. Но, в общем-то, выше 120 особо не откупают. Поэтому на текущий момент вот я бы выделил зону такого спроса около 120. То есть возможный сценарий, если мы куда-то придем вниз, то, в общем-то, обратно в зону 120, ну или какие-то лонги, тут гэп почти перекрыт, то есть, в общем-то, как бы расти особо не на чем. ВТБ, Тинькофф, здесь примерно идентичная картина, то есть будут ходить за ликвидами. Сбер, ГАЗ, основные инструменты, они будут показывать направление. И второй ликвид наш, так сказать, это Газпром, ребят. Вчера мы просто перебили позавчерашний в данном случае лой 200, и, в общем-то, выкупили, почти перекрыли этот гэп. На сегодня уровни актуальные — это хаи вчерашнего дня, то есть 218.80 максимум дня. Возможно, какие-то реакции, возможно, какие-то интересные точки потенциальные, да, то есть, может быть, заколем, может быть, где-то здесь придем. На текущий момент фьючерс Газпрома где-то там в небольшом плюсе, но, в общем-то, здесь нужно смотреть сюда. Какого-то супер роста при отсутствии новостей, я думаю, ожидать не стоит.
Далее. Novatek 1000 стабилизировался, то есть видите, что многие акции где-то на круглых числах стабилизировались. И в общем-то сегодня нужно будет смотреть. Но импульс вниз прошел, то есть очень часто это, ну, как минимум такое отсутствие роста, соответственно, а еще возможно даже продолжение. Но то, как торговались вчера акции, продолжения пока я лично не вижу, без новостей. Давайте сейчас самое интересное, Татнефть. Сегодня будут новости по дивидендам. И, в общем-то, нужно будет следить, смотреть, то есть дивиденды заплатят, скорее всего, будет реакция какая-то хорошая вверх. Не заплатят, соответственно, ну, будет хорошая реакция вниз. А еще выходила новость, вот буквально только, ну, только что, да, Газпром построит 22 малых СПГ завода за 130 миллиардов рублей. То есть это дополнительные траты, и, соответственно, вероятность, что дивиденды там или снизят, или не заплатят, ну, чуточку увеличивается, когда вот такие вот новости выходят. Но, в общем-то, эта сумма не столь значительная, поэтому, скорее всего, дивиденды в этом году заплатят. А ВК, Яндекс, ребят, видно, что везде стабилизировались цены во второй половине дня. И, в общем-то, и не откупили, но и не продавали. Поэтому давайте сейчас посмотрим. Магнит на лоях. Магнит не захотел, ребят, откупаться. То есть сегодня буду смотреть за лоями по магниту. В целом, на мой взгляд, может быть какое-то движение наверх. Далее, Polymetal. Давайте сейчас посмотрим. Выходила отчетность сегодня по Polymetal и принял решение о отмене выплат дивидендов. То есть Polymetal платить дивиденды не будет. Но я не знаю, новость, наверное, ожидаемая, поэтому посмотрим за реакцией. В общем, Polymetal стоит понаблюдать, ребят. Вышли отчетность и вышла рекомендация не платить дивиденды. Но, повторюсь, возможно, это уже ожидаемо, поэтому какая-то реакция вниз может и не быть. Пик, самолет. Самолет, в общем-то, вчера закрылся в плюсе, таком уверенном. Многие акции после первой, то есть открылись вниз и начали очень агрессивно откупать. Ну, в общем-то, примерно все стабилизировалось где-то вблизи локальных максимумов. Поэтому сегодня, повторюсь, нужно будет смотреть в общем, ребят, то есть в общем за рынком. Давайте, что у нас еще здесь есть интересного? Ну, НЛМК, вот падающий инструмент достаточно. То есть до этого мы видели крупных продавцов. За последние две сессии все прорвалось, и здесь вот стабилизация на нижней границе. Здесь хочется выделить уровень 100. То есть возможный сценарий, что если мы куда-то придем вниз, обратно вернемся в зону 100. То есть пока что вот такой вот сценарий вполне может быть. Ну, Мечел неплохо откупили. Выходили новости о том, что, в общем, угольный сектор, ребята, хотят поддержать. То есть там посчитали, сколько нужно денег. И, может быть, будет какая-то реакция. Но в целом, я думаю, что здесь как бы все в куче, ребят. Просто куча. СПБ биржа падает сегодняшнего дня. СПБ биржу можно торговать только за рубли. То есть до этого на Санкт-Петербургской бирже можно было покупать акции Санкт-Петербургской биржи за доллары, насколько я понимаю. Сейчас только за рубли. То есть с сегодняшнего дня вступает в силу это ограничение. Так, ну давайте сейчас посмотрим лидеров прошлого дня. Ну здесь в целом все в куче, ребят. То есть какие-то неликвиды есть. И они не то что выстреливали, они просто куда-то в среднее возвращались. И здесь, в общем-то, самолет стоит выделить плюс 3%. И, наверное, ну, КАМАЗ еще может быть. Из лидеров падения здесь тоже, в общем-то, ВК больше всех упал. Но, ребят, здесь нужно помнить, что ВК, в общем-то, больше всех вырос. От минимумов он вырос более чем в 2 раза. То есть это стандартная коррекция. Вчера по ВК видно было, что вот где-то на лоях, вот здесь вот проходили объемчики, прям покупали. Поэтому здесь потенциальная зона объемов, то есть может быть реакция. Ну, Polymetal тоже, ребят, дико волатильный инструмент. И сегодня вот выходят новости, посмотрим, что будет. Здесь сверху 400 такая цель, снизу это вот эта вот зона проторговки. То есть, в общем-то, такой уровень в районе 280. Поэтому, если вдруг будет какое-то падение, буду смотреть вот ниже 300, 280, 285. СПБ биржа минус 9%, ну, в общем-то, это норма, ребят, для этих неликвидов. Давайте сейчас подытожим. Последние пару сессий у нас была дикая волатильность на фоне новостей. Напомню еще один момент, что началось все это за день до
в общем-то, распродаж. Началось это все с падения индекса гособлигаций. То есть вот здесь вот начали прям падать. Затем на следующий день пошло падение российского рынка. И вот здесь уже новости о частичной мобилизации. Но вчера, в общем-то, этот индекс начал восстанавливаться. То есть сегодня тоже стоит смотреть, посматривать его. Если вдруг будет какой-то обвал, ну, в целом это негативно. Но базовый сценарий, что мы, в общем-то, где-то здесь стабилизируемся, и акции тоже будут, не будет таких сильных движений. Поэтому картина вот такого вот плана. По курсу рубля, ребят, нужно следить просто за динамикой. Если пойдет движуха, если вдруг отпустят, то просто пойдет ракета, и, в общем-то, каких-то вариантов здесь нету. Но если вдруг, ребят, смотрите, очень многие участники, скорее всего, да, то есть они делали свои ставки на ослабление рубля. И, соответственно, если здесь зашло большое количество каких-то участников, мелких физиков, то может быть реакция выноса этих физиков, так сказать, и мы можем все-таки как-то прям сходить вниз. Поэтому здесь, в общем, ребят, только за динамикой. Предсказать это просто невозможно. Так, ребят, еще один момент хотелось бы выделить. Если вы вдруг теряете деньги, ребят, если вы, допустим, залились в акции, то хочу вас немножко, как бы так, знаете, поддержать. Если мы зайдем на сайт LCI, то мы увидим там, что всего лишь, то есть с момента запуска прошло несколько дней, всего лишь 2% всех, ребят, давайте сейчас почему-то LCI не грузится сайт, всего лишь 2% в плюсе, 98% счетов в минусе, ребят, 98% счетов в минусе и всего лишь 1% там около нуля и 1% в плюс 15%, более чем 15%. Ну, к сожалению, сайт не грузится, но вот с утра я его открывал, ребят. Поэтому можете зайти на сайт LCI2022 и посмотреть, как там все сливают, ребят. Все инвесторы сливают. Так, давайте я сейчас прочитаю вопросы, если есть. Ну, в общем-то, здесь вот такой вот, ребят, у нас фон непонятный. То есть мы за Америкой не будем ходить. Очень часто, когда Америка падала, мы росли, поэтому, может быть, мы со зла, так скажем, будем расти теперь сегодня. Фьючерсы, в общем-то, у нас в пределах там небольшого плюса на текущий момент. Сбер фьючерс немножко вверх прошел. Газ фьючерс чуть-чуть больше вверх сегодня открылся и вот торгуется. Поэтому, наверное, стоит будет смотреть за максимумами вчерашней сессии, ребят. То есть, может быть, какая-то картина. Может быть, картина какая-то интересная. Есть еще небольшая позиция по СПБ бирже. Сейчас с открытия закрою. Вчера 120 хотел закрыть, не забрали. Ну, посмотрим, ребят. Вот такой денек ожидается. То есть, в общем-то, достаточно интересные времена у нас. Это все, что я могу сказать, ребят, от себя. То есть здесь нужно действовать по обстоятельствам, по факту. Прогнозировать наш российский рынок уже просто, ребят, наверное, невозможно, потому что вмешиваются политические факторы. Но с точки зрения спекуляции это гораздо интереснее, то есть для тех, кто торгует внутри дня. Ладно, ребят, я передам слово Сергею. Сергей. Итак, всем добрый день. У нас сегодня четверг, 22 сентября. Наверное, начнем, наверное, с позитивчика. Поздравляю всех скальперов. Ребят, очередные рекорды в трейдинге поставили. Утром сегодня приехал на работу в 7:30 утра, делал отчеты по брокеру, по пропу. Ну, мне приятно, потому что вы зарабатываете. Неплохая пошла движуха. Теперь, наверное, обо всем по порядку. Итак, с нас эфир Алексеев Лайв. Надеюсь, мы сегодня перебьем
1000 человек в прямом эфире и поторгуем вместе. Итак, ну, я начинаю торговать обычно в 10 часов утра с открытием нашей фондовой секции этой акции. Поэтому сейчас я смотрю, особо ничего не делаю. Ну, во-первых, первое, что нужно сделать, наверное, нужно на каждом графике удалить все отмеченные уровни по техническому анализу, потому что в очередной раз у нас все перерисовалось, и отметить теперь какие-то локальные максимумы, локальные минимумы, и не думать о уровнях свысока, потому что каждый день, каждая новость у нас меняет глобально локацию наших трейдов, и нам приходится все перерисовывать заново. То есть сейчас технический анализ — такая вещь неблагодарная, нужно каждый день условно с чистого листа все перерисовывать, потому что что кто скажет, что куда пролетит, никто не понимает. Вот. Но я вчера не торговал, я вчера благополучно... Ну, во-первых, у меня были планы, да, и я не сторонник нарушать свои планы, и поэтому я поехал на дачу, как хотел, и занимался там важными делами. Так, ну, наверное, обложку видели, интересно, сегодня подробно поговорим про мобилизацию, я расскажу, что происходит у меня лично, вот, ну, вообще, как бы, постараюсь вас успокоить, потому что, ну, ничего критического пока не происходит. Вот, подписывайтесь на мой ВК, чтобы знать подробности. У меня были планы, я их придерживался. Да, я более того, вчера хотел сделать какой-нибудь такой хороший постик, но мне не дали возможность. Ну, так я просто покажу. У меня идет большая стройка. Я сейчас расширяю там русло реки, делаю большой пруд. Вот, и бывает, когда приезжает строительная техника, мне не отменить поездку, и поэтому я вчера включался в прямой эфир, ну, издалека. Вот, поэтому извиняйте. Итак, наверное, поехали уже по текущим моментам. Карта рынка, конечно, вчера страшная, позавчера еще страшнее была. Вот у нас все в таком лютом минусе, но, знаете, хуже-то не будет, потому что, во-первых, у нас нету на рынке нерезидентов, да, то есть какой-то такой повальной реакции не будет. Я думаю, что сейчас Центральный банк, казначейство гайки подзакрутит, нас в какой-нибудь коридор поставит и будут нас удерживать. В принципе, что было 24 числа, когда начиналось СВО, было гораздо жестче, и при том, что вариантов убить рынок было в разы больше. Сейчас все уже в таком режиме, в режиме light. Ну и, наверное, вы уже привыкли к тому, что нужно уже, наверное, заучить новую формацию, которую вы все знаете, называется она Кремль. Запоминайте, это новая формация технического анализа. Кремль. Но, если честно, на президентстве Трампа были такие же формации, я называл Трампа новости. Но это вот, это наша российская формация Кремль. То есть вчерашний лютый выход наверх, поймали большое количество лонгистов на сишке, придавили. Ну и технически, я думаю, что, ну, с точки зрения логики рынка, не знаю, будет ли она сегодня работать, мы должны оказаться вот здесь. Вот, но многие хотят, чтобы мы оказались вот там, где-то за моим верхом монитора. Но я думаю, что максимум мы протестируем эту штуку, и мне кажется, на всей этой же я предвижу, что нас куда-нибудь на 55 опустят и будут там держать, и будут еще глумиться над тем, кто стоит в лонг. Опять же, прогноз так пальцем в небо, но всегда происходит нечто большее, чем мы ожидаем. Вот. До открытия осталось чуть-чуть, но по лидерам роста падения, не знаю, стоит смотреть, не стоит смотреть. Ну, наверное, можно посмотреть, кто меньше всех упал, да? Или кто больше всех упал. Напоминаю, что на нашем сайте Life Investing Group все это есть, характеристики и так далее. Для новичков сейчас, наверное, время, не знаю, поле чудес называем это время на рынке, когда можно вдруг немножко заработать, вот.
Из интересных моментов, конечно, наши партнеры Smart Lab. Я вчера общался с Василием. Напоминаю, что мы являемся участником. Я являюсь спикером конференции Smart Lab. Интересно было, что ребята думают. Вот. Так, участники. Где-то в участниках я был. Вот, меня наконец-то пригласили, дали мне полчаса времени. И более того, мы еще являемся спонсорами этого чудесного мероприятия. Мне было интересно, что думает Тимофей по поводу, а стоит ли его проводить или не стоит. Smart Lab все подтвердил, все вроде нормально. Будем мы выступать. И, ребят, кто хочет, приобретайте билеты, потому что на прошлый Smart Lab в какой-то момент не осталось билетов и было не попасть. То есть был аншлаг. Ну вот видите, и спикер я. Полчасика у меня будет для того, чтобы пообщаться с вами там. Итак, Smart Lab будет проходить. Вроде бы все в порядке. Но не знаю, по рынку сегодня, если что будет интересно у Артема, то подключим Артема. Артем любит такие движухи собирать. Я, наверное, по факту посмотрю, если что-то будет прямо вот такое заливайческое, то, наверное, проторгуем. А так, будьте максимально аккуратны, потому что помимо вчерашних огромных профитов, были также огромные убытки. Вот. Ребят, я почитаю все вопросы чуть-чуть позже. Сейчас рынок откроется, и мы спокойно все разберем. Осталось у нас меньше минуты до открытия. Ну, не знаю, цель Сбербанка, Газпрома упасть на ЛАИ. Цель СИшки вырасти на ХАИ. Но мне кажется, что не так все просто будет происходить. Поэтому коронная фраза «руки уберем под жопу», крепко их прижмем и посмотрим, что у нас будет. Сергей билеты не взял. Сергей поедет на машине. Я себе специально покупаю большой черный Майбах, чтобы с пафосом подъехать на конференцию. Итак, осталось несколько секунд до открытия, давайте уже поторгуем. Напоминаю, что сегодня Алексеев Лайв, я сегодня буду тильтовать один в эфире. Подключится Марк, может быть будет Артем, если будет интересно. Но сегодня такая моя тема. Итак, открылись акции. Блин, не знаю, в патриотизм сыграем? Как вы думаете? Игра в патриотизм кому-нибудь нужна сегодня? Ладно. Как там? Розенбаум пел, да? Стрелять так стрелять. Утром сыграем патриотов, кинем по 10 лотиков в бумажки, посмотрим, что получится по факту. Вот, возможно, что-то будет интересное. Вот, опять же, будет сильный вынос и будет объем, и буду скальпить. Если никаких выносов не будет, то, возможно, просто возьмем длинное движение, затяжное, примерно там на час-полтора в нем постоим. Так, ну смотрим, РТС. Ничего интересного пока. Пустой стакан. Сбергаз. Стоим на месте. Открылись, в принципе, вчерашние проторговки. Ничего интересного нету. Слава богу, что я не купил СИшку на ожиданиях лонга. И мне кажется, что цель, возможно, это вынести локальный уровень, наш вчерашний минимум, для того, чтобы там забрать пассажиров и потом на стопах этих пассажиров, чтобы хорошенько прокатиться. Опять же, рынки волатильные, уменьшаете свои торговые объемы и понимаете, что даже сейчас на маленьких торговых объемах можно очень-очень-очень неплохо заработать. То есть главное без суеты. Смотрим, не спешим, опять же, объемы бережем для того, чтобы... Хорошая ситуация, спокойно зайти, забрать свой дневной профит и особо не переживать.
Ребят, все вопросы прочитаю. Но всему свое время. Итак, 772 человека. Давайте попробуем поставить рекорд 1000 просмотров. Если вам не сложно, скопируйте трансляцию и в своих соцсетях ее раскиньте. Потому что, ну, день такой хороший. Итак, ну, Сишка, смотрите, давал несколько раз мне небольшой профит. И я не вижу, что ее может удержать от роста. А, нет, вижу. Вроде бы, Эльвира, ты здесь? Сейчас посмотрю телефон. Может, мне смс-ку прислали? Серега, я буду сегодня шортить. Хорошее сообщение от Эльвиры, только не написала, где она будет сегодня шортить. Поэтому ждем. 1200 подставляют по сишке в лонги. Не знаю, ну давайте тоже купим хай. Пойдем разнонаправленно работать. И по факту, как будет появляться какие-нибудь скальперские ситуации, будем заходить. Напоминаю, что чуть позже обсудим мы пару моментов по мобилизации. Я расскажу свою ситуацию, чтобы было понятно, что происходит. Ну и в принципе выскажу там мнение своих юристов. Я вчера утром с юристами списывался. Так, РТС 105 попробовал сделать, пока вкатывает вниз, дает вниз 140-150 лотов, пытаются поддавливать. Сишка стоит пока в этом боковике. И я пока, честно говоря, не понимаю, что-то происходит. Вот, можно было, наверное, пунктов по 70 скальпить, но пока не пошло. Так, ну, начнем потихонечку читать чат. Опять же, я сегодня торговлю такую грандиозную не обещаю. Если что появится интересное, то, конечно, будет что-нибудь крутое. Так, большое спасибо Артему. Артем классно, конечно, проводит эфиры. И вчера Артем у нас некисло заработал на эфире. И как бы очень-очень мне понравилось, как все прошло. Но много новостей, что люди из России уезжают. Ребята, уже поздно уезжать из России. Пробка на границе с Грузией, 5 километров. Там всегда пробки. Так, всем привет. Кошмар какой, все думали, что рост. Пойдем на смартлаб посмотрим. Сайт нашей мойки, мой московский биржа, уже 30 минут. Да, интересная информация по поводу наших горе-инвесторов. Никогда не ждали, никогда не было, и вот оно снова, да? Только все залились в газик на возможные дивиденды, на гарантированные дивиденды. Так, ребят, Сберфьюч. Сберфьюч объем, 2000 лотов. 2000 лотов. Давайте будем смотреть, будем скальпить. Сделка по движению условному, да, от двушки в лонг. Посмотрим, что будет. Ну, Сбергаз. Напоминаю, что я в патриотическом порыве стою пока в лонг. Давали там где-то 100 с чем-то пунктов. Пока ничего не делал, пока смотрю. Смотрите, от двушки на фьючах пытается народ набираться. Такие же, наверное. Ух ты, двушку сняли. Верните двушку. Так, какие действия, когда сняли двушку, ребят? Ну, во-первых, помолиться. Во-вторых, выставиться в безубыток. Сверху наставляют объемы. Все, закрыл просто сделку. Короче, двушка оказалась долбоклювом. Нехороший он человек, редиска. Еще поставится. Попробуем еще раз зайти. Так, о чем мы говорили? Сишка в боковике, Сбергаз топчется. Давайте Сбергаз тоже посмотрим. У нас такие локальные вчерашние максимумы отметим. Вот он, локальный максимум. И мы поджимаемся к этому уровню. Возможно, будет выход. На Сбербанке тоже отмечу уровень. Тут побольше уровней есть. Наверное, вот так вот. Опять же, нужно посмотреть на динамику. Когда какая-то динамика проявится, и мы сможем увидеть какие-нибудь алгоритмы, которые решили
решили толкать, тогда, возможно, что-то будет интересное. Напоминаю, что хорошо бы синхронизировать ваши графики по временному интервалу, чтобы вы могли одновременно смотреть, как, где происходят какие ускорения. На китайцы сняли все объемы, такие большие. Так, отключаю маркет-дату, потому что на валюте маркет-дата косячит опять. Так, отключил маркет-дату и посмотрим, что будет по факту. Так, вроде бы все настроено. В общем, Сбергаз пока дает плюс, РТС долбится под уровнем, Сберфьюч пока оттуда не ушел, поставляют по 500 лотов в стакан. Ну, посмотрим, что будет дальше. Не спешим. Напоминаю, что жду вынос нижнего уровня по сишке, там хочу взять хороший переворот. Вот, возможно, даже там, не знаю, какой-нибудь на объемчик. Так, возвращаюсь к нашему чату. Так, пробку на границе читали. Так, всем привет. Добрые африканцы. Сергей, привет. Тебя берут на мобилизацию. Вопрос. Ну, хороший вопрос. Мне даже не пришлось устроить утром собрание, 8 часов в офисе, чтобы мы на всякий случай посмотрели, кто у нас призывной, кто не призывной. И выяснилось, что, в принципе, призывной в офисе только один, и то не скоро. Итак, ребят, я 79-го года рождения, мне 43 года, уже чуть больше, и я во втором разряде. То есть я под первую волну мобилизации не подпадаю. Вот. Более того, у меня трое детей несовершеннолетних, пока еще несовершеннолетних, поэтому у меня тоже есть некие бонусы. Потом я все-таки работаю в IT-компании. Как правило, есть некие преференции айтишникам, да, что есть какие-то поблажки. То есть, ну, скажем мягко, завтра меня никто никуда не забирает, вот, и все будет планомерно. Сейчас я получил уже некое уведомление, что мне нужно явиться на медкомиссию для подтверждения просто военного статуса. И я думаю, что, ну так, если подетально, ну, по крайней мере, на смарт-лаб я успею поехать. Вот. Ищите такие таблички, себе их распечатывайте и смотрите в свои военники. Как бы, я думаю, что сильно ничего критичного не происходит. Так, это пока мы уберем картинку в сторону и смотрим, что происходит. Происходит у нас следующее. Начинает постепенно у нас выходить Сбергаз наверх. Аккуратно смотрим. Кинул я микрообъем в РТС, в патриотизм. Маленький объем, просто детский. И вот сейчас как бы... Спасибо Эльвире, то, что она мне позвонила. Вот. Посмотрим, что будет происходить. Так, дальше читаю. Где Евгений? Так, ну, не переживайте. Евгений сегодня утром видел, Евгений ходит в костюме. Так, техподдержка, можете притащить большую камеру Евгения, чтобы он показался, что он здесь на месте? А то мне его эти вкладчики в его фонды уже название будут спрашивать. Где Женя? Где Женя? Евгения в главную камеру, пожалуйста, затащите, чтобы он помахал рукой, что он здесь. Ну, опять же, здесь забирать 200-300 пунктов, наверное, нет никакого смысла. Если уж мы пойдем, то мы пойдем очень-очень-очень-очень откатов, потом опять по подбор, опять волна откатов. Давайте смотреть внимательно. Так, про Евгения прочитали. Так, вот ответ на мобилизацию. Нет, меня не берут на мобилизацию, потому что мне уже 43 года, и я подлежу только второй волне, и то под вопросом. Так что все в порядке. 858 человек осталось, ребят, буквально тут 150 человек. Давайте поднажмем. Читаю дальше вопросы.
Так, Сишка ускоряется вниз. Пробиваем, мне кажется, локальный уровень. Сейчас будем подбирать. Давайте пару интересных историй из моей жизни. Я напоминаю, что кто помнит, когда был самый жесткий дефолт в России? Кто-нибудь напишите. Ребят, когда был самый жесткий дефолт в России? Год. Ну, 17-й это вы загнули, но первый ответ был правильный. 1998 год. 98-й, ребят, все правильно. Там еще был путч, но 98-й год был дефолт. И вот я открываю свой военный билет. И знаете, в каком году я служил? Я служил с 97 по 99 год, то есть по 98. Короче, я попал... Я был спортсменом, служил в СКА, и в разгар, грубо говоря, своих самых больших успехов в спорте, когда я стал мастером спорта, выиграл чемпионат России, стал ездить по чемпионатам мира, Кубкам Европы, у нас в России случился дефолт. Как я познакомился с кризисами, с черным лебедем? Это 1998 год, дефолт. Олимпийский комитет себя объявляет банкротом, ну не официально, а просто нет денег, и всех спортсменов из армии отправили, вернее, наоборот, из спорта отправили по частям. И вот, наверное, худшее время для службы, это было как раз 98-й, 99-й, там, 2000-е годы, потому что не было денег в армии, не было еды, не было одежды, и была самая жесть. Вот я, к сожалению, очутился в армии в самое жесткое время, когда там было очень хреново. Поэтому сейчас, с точки зрения того времени, ну, конечно, все плохо, но, по крайней мере, еда будет. Были джинсы и варенки. Так, смарт на РТСе давали мне 1000 пунктов движения. Я пока не скидываюсь. На смарте пошли какие-то объемы здесь. Давайте начнем, наверное, по частям стравливать сишку. 5 лотиков скинем. Посмотрим, что будет. Так, я пока эту шляпу отсюда уберу. Патриотичные наши сделки пусть пока болтаются. Мы патриоты. Посмотрим, что будет дальше. Что будет дальше? Нет, не вынесли мы еще уровень, смотрите, мы еще к нему поджимаемся, и я думаю, что будет попытка сейчас нескольких отскоков, а потом мы все-таки его постараемся вынести. Я готовлюсь здесь его подобрать. Так. Том у вас висит. Да нет, работает Том, очень тихонечко работает, вот даже сделки выходят. Куда пришло уведомление? Так, я живу в Санкт-Петербурге, мне пришло оно по прописке в почтовый ящик, поэтому я ничего лично не получал, и это хорошо. Где деньги, Лебовский? Хороший фильм, помните? Ну да, хорошо, сегодня нужно забирать минимум 300 пунктов, потому что меня оборона забирает 300 тысяч. Ну, смотрите, все вкатывает, как-то мне это не очень нравится. В каком роде войск служили в срочке? Ну, вообще, я солдат, специальность у меня водитель. Я служил, называется эта хрень, род обеспечения. Когда меня забрали, меня отправили в город Череповец. Привет, Череповец, я служил за городом. В какой-то части ходил во всякие наряды жесткие, в патрули. Ну, наряд в столовую, это было хорошее воспоминание. Так, на Еврике 4000 ставят в шорт, смотрите.
Интересный момент. Наверное, можно попробовать еврик шортануть, да? Посмотрим. Опять же, проедят эту штуку, будем выходить очень, очень аккуратненько. Смотрим на евро. Евро том 4000 сверху. Верни бабки. Смотрите, он их просто снял, переставляет ниже. Я же не просто так сказал, да? Я сразу от них зашортил. Вот, и сейчас я с таким со страхом смотрю, не понимаю, что тут дальше делать. Слава богу, маленькие объемы. Проели этот объем. Сейчас он, наверное, больше еще что-нибудь вставит, непонятно. Будьте аккуратны с евриком, потому что он, если объемы проедаем, он может очень сильно агрессивно уходить. В общем, череповец. Воспоминаний хороших не очень много. Как я даже сидел 10 суток на губе разочек. Очень-очень неприятно. Ну, смотрите, неплохо мы проливаемся. Наверное, можно было подождать. Сейчас, наверное, посмотрим, что будет с сишкой за уровнем. Так, ну, здесь сделки болтаются, мы их видим. Хороший пролив, пробиваем уровень. И нам сейчас нужно перевернуться в сишке, которая была лосевой. Где-то подобрать ее хорошенько. Так, ну, напоминаю, что у нас патриотизм. Я патриот. Я верю в наш рынок. Верю в рынок. 854 человека. Ребят, ну добейте еще 150 просмотров. Как так? Смотрим, что будет дальше. Много сообщений. Я год пробыл в спорте и год пробыл в частях. Ответ, почему я служил только один год. То есть я как бы по закону я был 2 года, но по факту мне повезло, потому что все-таки один год я был спортсменом. Мне пишет канал Райс: Сергей, наверное, нужно показаться по повестке или как-то сообщить о себе, кому вы по Краснодару, это там. На самом деле все очень просто. Я сейчас на госуслугах подаю на временную регистрацию, и меня должны перевести, перепрописать по месту моего пребывания в Краснодаре. Поэтому этот вопрос тоже уже решен. На губу за то, что я был нехорошим человеком, неподчинение. Рынок весь наш, как хотим, так и крутим. Согласен? Привет, череповца. Привет. Что-то, видите, Сбербанк опаздывает за движением, да? 865 человек. Ну, ребят, давайте поднажмем, ссылки раскидываем. Хочу тысячу человек. Тысячу. Смотрю внимательно в стакан и жду, где бы перевернуться. Потому что патриотизм же он тоже не вечный. Когда-то он должен закончиться. Что-нибудь крупненькое поставьте в стакан, пожалуйста. Ну вот тут прямо вот. Вот так вот все. Скриншотьте экраны. Главное, чтобы Олег Михаленко не пришел. А, Олег пришел. Олег, извини, маленькие объемы. Ничего с тобой не могу поделать. Напоминаю, что по еврику мы заходили от крупного объема, скинули часть. Видите, цена повалилась вниз довольно неплохо. Так, ладно, убираем. Начинаем действовать. Начинаем действовать. На РТС, конечно, можно было тут махануть. Ладно.
Я так себе трейдер. РТС просто пока закрыл. 1300 пунктов каждый день на дороге не валяется. Сбергаз пока уберем в сторону. Сейчас будем чем-нибудь искать интересное на Сишке. Пока что круглый уровень 62500 держим. И закололи уровень. Такое ощущение, что здесь нужно переворачиваться. А вот так вот я нахрен сделаю. Тильтовать так тильтовать. Напоминаю, я верю, что мы рано или поздно развернемся в лонг. Сделка, возможно, будет долгая. Но опять же, она на маленьком объеме, поэтому я особо здесь не переживаю. Так, РТС обновил уровень, кстати. РТС обновил локальный максимум вчерашнего торгового дня. Начинает корректироваться. Так, не сильно. Не сильно корректироваться. Сбергаз пока выше тащит нас. Так, дальше. Позвонил Лагунову. Мне кажется, Сереге посложнее. Серега помоложе меня. Кстати, вообще, народ, такой вопрос интересный. Давайте некий опрос сделаем. Вопрос будет звучать так. Кому из смотрящих этот эфир меньше 35 лет? Поставьте плюсики. Ну или возраст напишите. Посмотрим, какая наша средняя аудитория. Как много здесь людей, которые младше 35 лет, которые попали под первую волну призыва? Так, вижу, пошли текстовые сообщения. Через 2 недели кому-то будет 35. Ну, короче, ты на 2 недели куда-нибудь в подпол залезь. Старикам тут не место. Так, кому-то 9 лет. Ну, вам еще расти, расти. Так, у нас Марк сегодня будет попозже чуть. Ну, я смотрю, что в принципе раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Да, девушки считаются. Но смотрите, около 30 человек я уже насчитал, кто попадает. Да больше, около 40 человек попадает. Олег Михаленко, смотри с самого начала наша трансляция, да, будешь в курсе всего. Мы обсуждали тему мобилизации, смотрели на табличку и выясняем, кто в какую очередь у нас как бы может пойти служить. Вот выяснилось, что многие из нас второй-третий разряд, вот, и сейчас идут те, кто до 35 лет, поэтому текущий опрос был связан с этим. Итак, по Сишке обновили мы локальный уровень, смотрите, мы снизу, цена пока болтается здесь, я, наверное, попробую на обновление уровня, попробую тоже здесь приподнять с буферки. Опять же, не копируйте сделки, потому что рынок может быть очень-очень адов, и нужно будет очень-очень себя аккуратно вести, потому что теоретически нас могут, формацию Кремля могут продолжить и нарисовать сейчас уже кремлевскую стену, мавзолей и фундамент. Напоминаю, вот то, что мы видим, вот это формация Кремль, да? Сейчас мы, похоже, начинаем рисовать что-то еще, возможно, вниз. Поэтому будьте аккуратны.
Так, Сбербанк о 200 пунктов, Газпром 500 пунктов дает движение, 500 пунктов на патриотизме. Это, кстати, неплохо. Вот пока все-таки жду какие-нибудь, не знаю, нормальные. Нормальные какие-нибудь точки, чтобы было как-то подтверждено объемчиком. Хотелось бы. Пишут, капец, колхозное название стримов. Ну, сделайте лучше, ладно. Просадка на фьючах. У меня на фьючах. Я даже не знаю, как просадка на фьючах, но напоминаю, что я обычно закрываюсь, когда где-то вижу убыток 100, там 150 тысяч. Вот, я закрываю убыток, когда у меня светит недельный профит. Так, по девушкам только военные специалисты, нам вот написала Елена. Борис думал, что рисует факт Западу. TradingView и Мосбиржа не алло. Легли сайты. Газпром готова к шорту. Да, у нас внизу висит объявление, что сегодня будут учебные тревоги пожарные, поэтому не переживайте. Лена, не паникуй, внизу висит объявление. Жесть какая-то. Я так не могу торговать, мне тревожно. Что, Женю увидели? Вон Женя, смотрите, ребята, Женя ходит. Ой, ребята, сейчас нас будут высаживать, мне кажется. Ой-ой-ой, как будет больно. Будьте аккуратны. Ну что, смотрите, у нас такая зона здесь, да? Сбер, газ пока наверх, РТС наверх. Попробовал я сейчас еще взять здесь немножечко, но мы идем к вивапу. Прошлый торговый сессии, который должны все покупать. Надежда на тех, кто любит торговать вивапы. Ну что, уровень пробили. Дайте хоть пунктов 500 в лонг. То нам как-то тут хочется. Думаю, что мы понимаем рынок. Хочется какого-то трэша. Сергей, усредняйся. Нет, на таком рынке усредняться рано нельзя. Нужно усредняться только при основании. 890 человек в эфире. Ждем, чтобы еще что-то было. Так, ну смотрите, несчастный у нас Сбергаз безобъемный тащится наверх. Вот, 600 пунктов сейчас уже увидим в этом движении. РТС пошел еще чуть-чуть выше. Не знаю, прямо чудо какое-то. Прямо чудо чудесное.
Вот сообщение Известия.ком, цена USD.RUB снизилась на 1%. Все, можете наверх гнать. Цена снизилась, гоните наверх. Так, много-много сообщений. Сейчас растяну чат побольше, почитаю все, что вы прислали. Да, хорошие шутки про военкомат, зачет. Игорь, что у Бори офис еще работает, пропал куда-то. Не, насколько я знаю, что Борис поругался со своими начальниками, их офисы разъехались, но что и требовалось доказать. Что будет дальше, я не знаю, но... как там этот, Соси Capital или, нет, C Capital вроде еще жив и вроде бы функционирует. Короче, пишите Боре, Боре, наверное, вам сам ответит лучше, чем я. Так, Женя вышел в камеру. Женя портфель забыл. Сергей, так просто говоришь о призывах, будто вас на курорт призывают, дико смотреть. Ну, если вы внимательно послушаете, что вчера объявляли, да, и посмотрите в свой военный билет, в свою специальность, да, то вы, наверное, поймете, что вы, блин, не десантник, что вы не какой-нибудь там морпех, что вы не снайпер. И поэтому я думаю, что в ротобеспечениях как бы большинство из нас окажется. И что теперь, плакать, что ли, постоянно? Ну, вот такая у нас судьба. Как бы я думаю, что те, кто выжил в 90-е, ребят, да, я думаю, что понимают, о чем речь. Попытка наверх. Посмотрим, что будет дальше. Скинул я первую часть маленькую. Но, опять же, я еще пока не доливался, потому что я... не сильно понимаю, что будет происходить. Так, у нас, смотрите, на Евротоме сверху еще одна четверочка стоит. Вот, возможно, это будет небольшая попыточка еще какого-то выхода вниз. Смотрим внимательно. Сейчас распределение объемов, как у нас по ленте будут сейчас загонять. Очень важно понимать. Так, РТС начал падать. Сбер начал падать, Газпром начал падать. РТС... нехорошая собака. Смотрите, я на 107 ставил маленький объемчик на закол, на коррекцию. Пока меня не взяли, жду, возможно, добьют. Так, на томе, смотрите, пятерка в лонг. Это хороший признак. Пятерка в лонг, это что значит? Это значит, нужно приготовиться к нюансу. Пятерка в лонг всегда говорит о том, что нужно что делать? От нее заходить. Сейчас посмотрим ее касание. Если ее коснутся и не проедят, то попробуем от нее склепануть в лонги. А уже попробуем. Покупаем, покупаем. Так, Сергей усредняет, Сергей усредняет. Что там по юристам? Но по юристам я вчера утром, когда услышал про мобилизацию, задал вопрос своему юристу и получил, наверное, на пару часов раньше общую информацию, которую вы сейчас все получаете в соцсетях. Что в моем положении мне не хватает одного ребенка для того, чтобы получить отсрочку, четвертого. Не могли раньше сказать собаке, а? Я бы четырех детей делал бы. Вот, то, что мне 43 года, что я подхожу во вторую категорию, и что мне осталось полтора года до третьей категории. Ну и что дергаться не нужно. Так что все.
Все как положено, так и получил, просто чуть-чуть раньше. Так, скоро у нас будет, наверное, Марк в эфире. Может, Марк что-нибудь интересное расскажет. Ну, еще раз, для трейдеров, нет, для скальперов и интрадейщиков, на томе толкают пятеркой в лонг, вот такая ситуация, это все-таки какая-то движуха в рынке. И есть возможность зарабатывать. Поэтому нужно скремниться и торговать, пока можно торговать. Потому что, ну блин, на что-то есть-то потом придется. Поэтому нужно работать, пока рынки летают. Поэтому не унываем и фигачим. Цветков тоже улетел в Стамбул. Но я просто буду улыбаться. На Сишке, смотрите, 2300 поставили в лонг. Не знаю, что это будет. Посмотрим, что делает. А правда, что народ из страны уже убежал, ребят. С начала СВО, наверное, большая часть трейдерского состава торгует не из России. 907 человек, 908 человек. Осталось, блин, 90 человек. Ребят, давайте напряжемся. Давайте покажу, что не все так плохо. Где-то есть еще зеленка. А то сейчас кажется, что опять, смотрите, краснянку везде тащит. Тащит везде краснянку. Но первый бонус. Во-первых, биржа уже адаптировалась. Казначейство адаптировалось. Нерезидентов не пускают. Я думаю, что с точки зрения внутреннего продукта, как московская биржа, это все будет жить и работать. Потому что, ну, блин, это вот, наверное, такая центральная нервная система нашей Российской Федерации. Поэтому вот то, что вы видите на экране, оно будет крутиться, чтобы ни происходило. Следующий момент. У меня вчера было две офигенно хороших новости. Сейчас на Марка будем переключаться, я расскажу. Первое. Я уже говорил своим детям, они говорят: папа, что изменится в нашей стране? Я сказал, что деньги, которые раньше выливали за границу, во всякие офшоры, сейчас начнут оседать в России. И скоро мы увидим огромные инфраструктурные проекты, стройки и так далее. Но то, что строят огромное количество дорог, вы все знаете. И строят их быстро. А вчера наконец-то прошла официальная новость, что согласовали и запустили проект новых трамвайных линий в Краснодаре. И вот с улицы Московской я получу трамвайную линию в немецкую деревню и к Баскет-Холлу. И проект уже будет реализован. Первый этап в 2020 году, второй в 2024, третий этап в 2026 году. Наконец-то бабки стали вливать реально в реальную жизнь. То есть мы в немецкой деревне, откуда я на машине в пробке до 40 минут, сможем ездить на трамвае. И это просто очень круто. Офигенная новость. Сергей, срочно беги делать четвертого. Ребят, блин, 9 месяцев нужно ждать до четвертого ребенка. Это довольно сложно. Так, у нас Марк готов? Если Марк готов, давайте слово на Марка, а я пока тут буду улыбаться своей зеленке. Ребята, всем привет. Традиционно всех поздравляю с этим прекрасным днем, четверг. Желаю от имени компании вам здоровья, удачи, простого трейдерского счастья и так далее. Немножко не успел я дотянуть хедж до эфира, хотел показать фееричное раскрытие. В общем, удалось мне небольшой хеджик на 400 пунктов взять с утра. Раскрылся чисто, ну, на маленький объем, не стал мочить сильно. Вот, ну, красиво получилось. И там же прям по лоям зашел вот такую позицию на 4 контракта. Уже посбрасывал 3, остался один. Вот, поэтому, опять же, ничего не делаю, сижу, ищу, где бы перевернуться. Вижу, что движение уже, в принципе, лонговое закончилось, на мой взгляд. Поэтому, наверное, я закрою сейчас остаток вот этой позиции и поищу, где бы мне
Все, закрываю, потому что уже неинтересно дальше ждать. Ну, давай, 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 закрой меня, закрой. Вот, негодяй. Ну, ладно. Все, теперь вместе с вами будем ожидать будем обновления Лоя. Буду работать обновление 150 пунктов. Ну, вы понимаете, о чем я. Вот. Ну, либо уже где-то район медианы, может быть, наверное, район 60-62-400 плюс-минус. Буду смотреть какой-то объем. Объем, либо ну, что-нибудь. Поэтому, возможно, удастся нам с вами сделать какую-то сделочку. Вот такой у меня, значит, список сделок сегодня. Ну, конечно, результатик такой себе. Но, тем не менее, почти 1000 уже у кармани. Так, привет от потока максимум июль. Привет, привет. Раз привет от максимума. Ребят, расскажите, максималисты июльские, что вы почерпнули? Удалось ли что-то взять из нашей механики рынка, что вы используете на сегодняшний момент, что не получается, так скажем. Ну, а потом скажите, что получается. Такой краткий рассказик. Было бы очень интересно, потому что сейчас уже новые группы, и с бывшими курсантами не всегда удается поговорить, расспросить. Ну, раз вопросы не задают в личку, значит, все получается, я полагаю. Юрий, привет. Ярослав, привет. Ты сейчас по какому адресу находишься? Я нахожусь город Красноярск. Вернее, не так. Красноярский край, Емельяновский район, поселок Солонцы, микрорайон Живем. Живем. За окном у меня, как обычно, стройка. На сей раз дома все построили, теперь кладут брусчаточку. С утра пилят дисковыми пилами камни. Очень приятные звуки издают и так далее. О, крупный игрок вышел в эфир. Юрий, привет. Спасибо, спасибо. Стараюсь. Не говори, это военком спрашивает. Да. Военком. А я не скрываюсь. Я уже почти достал свой старый военный билет. Надеюсь, что он мне не понадобится. Но если родине понадобится мой военный билет, я тогда достану. В конце концов, я давно мечтаю себе военные берцы. Такие серые, знаете, в стиле пустыни, такие желтые. Никак руки не доходят купить. Бородатым чаще приходят повестки, чем бритым. Да, был прикол. Ну, волею судеб, я однажды оказался на военной базе в Сирии. Была такая история по работе. Ну, не по той работе, почему-то там оказывается большинство людей. Вот. Ну, естественно, виза сирийская в паспорте стоит. И тут мы с супругой решили слетать на Хайнань в отпуск. А я только что, у меня были волосы до плеч, как у Сергея примерно, но я стал плешивить, поэтому я побрился на лысо и отрастил себе вот такую бороду, как у Маджахеда. Вот. И в таком виде, значит, полетели мы в Китай. И на таможне огромная очередь, когда мы вышли из самолета. Вот. К нам подошли полицейские, забрали у нас телефоны. Долго что-то там ковырялись в телефонах. Минут 10, наверное. Вот. Потом молча отдали и ушли. Видимо, заинтересовало их мы и внешний вид, и сирийская виза. Ну, прикол, короче. Марк, иди за меня, если мечтаешь, куплю тебе берцы 2 штуки. Куплю тебе берцы. Я подумаю, Санчо, Панчо. Подумаю. Интересное предложение. Буферные зоны очень получается. Лично я работаю над хеджем, пока собираю статистику. Спасибо тебе, Биф 2000 Кирилл, за то, что, по всей видимости, постарался и въехал в учебный материал. И если тебе не сложно, держи в курсе, так, время от времени, очень интересно. Мы тоже собираем статистику по результатам обучения, ну, насколько это возможно, и так далее. 30 тысяч не стоит, нифига себе 30 тысяч. TradingView работает, не знаю. Прилет он с фото в студии не работает. Ну, в общем, ждем. Пока традиционно Сишка легла в проторговку, ждем перехода часа. Я полагаю,
что нам, может быть, удастся дождаться вот какого движения. Значит, мы можем воспользоваться историей об 11-часовом развороте. Сейчас мы посмотрим, когда он был вчера. Вчера, по-моему, он был несколько позже, после 12. Сейчас посмотрим. Вот. Но вариант такой. На переходе часа мы обновляем лой. Вот этот. Ну, пунктов 200, может быть, 150. И разворот где-то в 11.20. Ну, такой вариант рассматриваю. Вот, но посмотрим. На самом деле, если пойдем на лой, пробой может быть достаточно серьезный. В общем, будем по обстоятельствам ориентироваться. Но если мы увидим сопротивление после пробоя лоя, там зеленая лента, что-нибудь такое, тогда будем смело заходить в лонг и пунктов на 400 ждать движения. Если же мы сейчас выйдем наверх, где-то район 329 буду рассматривать на начало шорта в продолжение движения. Вот, будет, наверное, интересно. Где ты графики смотришь? Я смотрю, ребят, у меня есть программа ATAS. Такая. С удовольствием ей пользуюсь. Очень красивая, функциональная. Когда на рыбалку, Марк? Воскресенье, наверное, с утра. Если будет погода, то, наверное, съезжу. Да как-то серьезная рыбалка не клеится у меня в этом сезоне, так все. Но с поплавком посижу, наверное. Я обнаружил, ребята, у меня ВКонтакте, я так полагаю, какой-то трейдер, лично не знаком, но видно, что профессионально занимается рыбалкой, и он делает репортажи такие со своих рыбалок. Ребята, там и форель, и линки, и что там только нету, и нанахлыст, и... Ну, видно, что экипированный такой молодой человек. В общем, серьезно, завидую ему белой завистью. Давай к нам ПП, тут соскучились. А я в телеге. Меня из телеги выдернули на эфир, и я туда-обратно и уйду в телегу. Вот, но, к сожалению, пока сделок никаких нет. Смотрел еще, хотел Сбербанк на лонг посмотреть, но что-то он как-то застопорился, и там на газе спуфер по 2 по 150 тысяч плотности ставил и убирал. Ну, мне кажется, он просто отпугивает лонгистов пока что, поэтому Сбер пока на лонг оставил я эту идею. Ну, так, в принципе, смотрится. А, ребята, еще вчера узнал от старших товарищей в телеге. Так, пошел. Так, 329, пока на прострел расставлю небольшой объемчик такой в виде 4 контрактов. Посмотрим, может быть, даст нам что-то такое. Значит, с возможностью, так, 329, с возможностью дотащить до медианы еще 100 пунктов. Примерно стоп-лосс, ну так, условный, пунктов 150-200 будет вот на этой позиции. Посмотрим, насколько дотащат наверх. Но так, захожу в шорт прям по рынку на втором счете. Работают роботы, полтиннички. Вот, поэтому начну, наверное, отсюда. Работают. Соточки продолжают работать на юане. Вот, поэтому полагаю, сильного движения наверх, ну прямо такого размашистого, ожидать еще рановато. Ну, хотя, кто его знает. Так, это Васенкин. Наверное, не знаю. Ну, в общем, да. Смотрю. Ну, пробую работать точку номер 2. Такой напряженный момент достаточно. Вроде бы начинают продавать, но пока что айсберги стоят. И на томе юани, и на томе долларе. Ну вот, осаживают вроде бы. Но могут, конечно, дать еще вверх. Посмотрим. Ну, будем смотреть. Так, а почему у меня здесь? 329 там должно быть. Так, все.
Смотрю. Так, 1800 появился шортовые носишки. Смотрим. На евре тоже какие-то полтиннички, возможно, робот. Ну, какой-то слабенький. Там и покупки, и продажи. В общем, пока непонятно. Так, ну. Смотрим, пока не ясно. Так, все, на юане пошли продажки какие-то хорошие. Снизу больше ничего не подставляют. Ну так, смотрим, пока немножко нервничаю я, да, здесь. Вот, вариант такой. Сброшу половинку, посмотрим, что будет. Так, половинку сбросил. Так, ну пока все, видимо, молчат, все напряженно смотрят за моей борьбой с рынком. Так, был прострел, закрываю еще одну часть, не буду тянуть далеко, в принципе, там 50-60, не успел. Ладно, поставлю, просто 2700 в лонг поставили на томе. Ну, я полагаю, что на торговый объем дня сейчас он сюда переместится. Я такое уже раз 200 видел. Вот, и тогда, может быть, пойдем вниз. Может быть. Евро, смотрите, хорошенько проливают. Так, все, забрали меня еще одну часть. Осталась одна контракт. Общий финрез 240 рублей. Красиво, ребята, красиво. Тебя в телеге не слышно, включи звук. Так, включил звук, ребята из телеги, привет. Так, вот, на Сишке наторговали объем дня. Мы прям на нем стоим. Видимо, 62-100. Да, небольшой объемчик, где-то около пятерки в общей сложности. Ну, смотрим, возможно, удастся мне еще долить в эту позицию, еще там контракта 4, тогда можно будет более или менее затащить с нее. Но пока результат такой себе на этой позиции, 200 рублей пока что. Так, ну, вход, полагаю, очень неплохой получился такой, со стопом где-то 60-70 пунктов. Нормально, пойдет. Так, ну что, вот таким образом я вас поразвлекал. Пожалуй, буду закругляться. Спасибо вам. Те, кто хотел выпить кофе, наверное, это уже успели сделать. Вот. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, несложных и хороших профитов. Ну и, конечно, здоровья и простого человеческого счастья. Спасибо вам. И слово я передаю, как обычно, Сергею Владимировичу Алексееву. Я прям наш Марк заслушался. Ладно, спасибо, Марк. Смотрим на текущую ситуацию. На выходе наверх я на две добавленные части закрыл плюс. Вот, и сейчас в таком моменте непонятном, да, у нас на торговку под вивапом, по идее, должны постараться так локально еще обновить локальный максимум, там бы, наверное, я бы долился бы и, может быть, закрыл бы этот остаток, поэтому по мини-убытку. По сделкам пока, чтобы видели, что у меня есть. Вот, но опять же, ни одной такой локальной крупной сделки мы не делали, потому что особых оснований, кроме как такой суеты в стакане, не было.
Сберфьюч лезет наверх, РТС после сильного пролива вниз тоже пытается отрастать наверх. И сейчас такой, да, момент на торговке объема. Наверное, нужно посмотреть, что здесь будет происходить, подумать. Сейчас акцент внимания на переход часа. Вот это через пару минут. И, наверное, то, что я буду делать... То, что я буду делать, это отработка нижнего образного уровня, закрытие здесь профитной сделки, возможно, на обновлении добор еще раз там на больший объем с целью опять пойти выше. Ну и, конечно, точка VWAP от меня вот интересует, на дне еще там V-образный уровень у нас есть. В общем, там масса чего интересного, что можно сделать, но нужно дождаться времени. Вот. Опять же, пока микро сделки на микрообъеме, и что-то получается 3, 4, 5, 6, 7, ну где-то около 8 рублей пока заработали, но опять же, это пока не серьезно. Ха-ха-ха, последнее сообщение, Сергей, вы в окопах будете трейдить? Ну, смех смехом, мы вчера с женой едем на дачу, утром детей отправили в школу, у меня трое детей. Короче, в семье больше всех переживали дети и моя жена. И такой момент, чтобы тоже посмеяться. Она говорит, блин, а что мы делать-то будем, если тебя заберут? Я говорю, ну а что делать, у вас все работает, бизнес крутится. Вы все умеете делать, мы много раз заранее эти сценарии. Знаете такое, что такое стресс-тест? Кто-нибудь знает, что такое стресс-тест? Ребят, напишите. Что такое стресс-тест в бизнесе? Есть такие знатоки? Что, никто не знает, что такое стресс-тест? Короче, стресс-тест – это пошло определение из банковского сектора после крупнейшего обвала в Америке. Помните, когда в Америке момент кризиса ипотечного, огромное количество банков схлопнулось? Вот, после этого европейцы и американцы ввели такую систему стресс-тестов. Это что будет, если? То есть любые прогоняются черные сценарии на случай какой-то неадекватности. Вот. Но эти стресс-тесты – это не какая-то сложная вещь, а это вообще обычная такая житейская мудрость. Ну, на своем примере объясню. Когда я был маленьким, когда мне было 13 лет, у моего отца уже был довольно серьезный бизнес. Вот, очень серьезный. Отец был главным в этом бизнесе, управляющим. Вот. Но он почему-то в 93-м году решил скоропостижно скончаться, умереть. И... моя семья после его смерти осталась zero, то есть весь бизнес отошел к его друзьям. О чем это говорит? О том, что у него не было предусмотрено никаких действий на случай чего-то неординарного. Мы же все думаем, что мы бессмертные, что так далее, так далее. Поэтому в любом серьезном бизнесе, у меня это не первый бизнес, нужно всегда предусматривать... что будет, если, и выстраивать схему таким образом, чтобы была 2, 3, 4, 5-ступенчатая система защиты, и чтобы в случае исчезновения любого человека из вашего бизнеса схема работы не рушилась. И у грамотных бизнесменов это все отработано, и регулярно эти стресс-тесты проходят. Мои дети, моя жена, мои работники – ужасно не любят этой штуки, они все говорят, ну что ты придумываешь, что может случиться? И вот как раз вот что может случиться, это очень классная вещь. То есть нужно всегда знать, а что будет, если? И поэтому я с вами говорю, вы чего как бы паритесь, нахрена мы делали все эти стресс-тесты? Но теперь все всем стало понятно, что в случае исчезновения одного из управленцев с бизнесом ничего не происходит. Более того, во многих случаях он даже становится, как бы начинает работать еще и лучше. Поэтому
Ребята, все, у кого есть какие-то дела, приводите их в порядок. И стресс-тесты, это звучит смешно, но в реальной жизни это очень правильная вещь. На моем личном примере, когда мой отец покинул этот мир, мы потеряли все, что у нас было, да, все, что было у моего отца. И он не думал о том, чтобы нам это как-то передать. Вот, мы сейчас живем, что у нас каждый год, сейчас много раз в лет, в году, какая-то хрень происходит. Поэтому стресс-тест – это очень важная вещь. Вот, и вы должны всегда думать, а что если? А кто-нибудь знает все пин-коды, пароли, как что, куда переводить, заводить, деньги запасные? И очень интересный пример, когда вот было это СВО в феврале, мы ни секунды не парились, и вот всю эту встряску пережили совершенно спокойно и как бы твердо. Все потому, что мы заранее готовились к какой-то жопе. Жопа происходит сейчас довольно часто, поэтому все нормально. Итак, я вижу некислое ускорение на Сбербанке, РТС подходит к своему локальному максимуму, и, возможно, будет какая-то интересная ситуация. Смотрите, на РТ есть у нас, видите, да, тут задерг. И на СИшке мы ждем подхода к нашему нижнему уровню. И что я буду делать? Я буду за лоями. Блин, смотрите, что происходит. А что происходит? Происходит какая-то хрень. Идет дикая задержка по графикам. Сейчас я обновлю. Мне кажется, у нас дикая рассинхронизация сейчас Тома Тода. И я этого не вижу, потому что я... Вот так вот я сделаю. Смотрите, у нас сишка пришла на локальный лой, вот, а USDTOM тот не опускался даже. О чем это говорит? Нужно здесь закрываться, а здесь нужно добрать позицию, потому что, возможно, будет выход наверх. То есть у нас не происходит... Я сейчас покажу, нарисую вам, в чем проблема ситуации. Вот уровень, видите? И вот уровень, видите? Видите, что на сишке цена уже здесь, а на томе она вот здесь. То есть сишка убегает вперед, и тем самым сейчас она, скорее всего, резинка будет обратно стягиваться, и у нас си придет на уровень. Я надеюсь, что так будет. Много шуток. Экспресс-тест по Бурунову, это, наверное, самая зачетная шутка. Точка кручения и так далее. Да, прокручивание негативный сценарий, имитация полной жопы. Вот, это и есть стресс-тест в бизнесе. У вашего отца были плохие друзья? Нет, ребят, не бывает плохих друзей. Бывает своя жопа, а своя жопа всегда дороже, чем чья-либо. Еще раз, чем взрослее вы становитесь, тем вы четче понимаете, что нету никаких друзей. Есть сиюминутные партнеры, вот, и более того. Есть такая фраза очень интересная: друзья приходят на выручку. Услышьте, друзья приходят на выручку. Че, Артем готов? Давайте Артем, если готов. Я не против. Буквально на пару минуток сейчас с вами посмотрим, что происходит. Попытка сейчас входа в лонг по полиметаллу. Ребят, ждал долго эту ситуацию. Была сверху крупная плотность, ее разъели. Сейчас повысаживали, в общем, тех, кто это все разъедал. И сейчас, ребят, стою очень внимательно, потому что давление идет сильное вниз, и если начнут кидать в рынок большие объемы, выйду, ребят, просто выйду. Еще сверху лимитки ставил на прострелы по Газпрому, ну, в общем-то, не проели, там 19 тысяч, по-моему, стояло. От плотностей заходить опасно, вот прострельщики какие-то бывают, поэтому сейчас у нас уже Газпром разворачивается, но как бы без меня, то есть я там даже не пытался. Давайте сейчас все внимание, то есть давление по полиметаллу очень сильное.
выходили новости плохие. Ну, в целом, как бы тут какой-то крупный, очень крупный продавец есть. Поэтому, ребят, крайне аккуратно. Сейчас только какая-то крупная плотность против меня. Я просто выйду. То есть сделка классическая на отскок от уровня, от скопления плотностей. Так, еще поставили 8000, добавляться не буду. То есть объемчик средний. И, в общем-то, вот такая вот картина. Давайте сейчас посмотрим. Если пойдет движение, попробую постоять. То есть цели здесь 310 примерно. Стою еще на Сигезе. Ну, здесь я, в общем-то, достаточно давно уже, ребят, встал. И цена пока не идет, если что, выйду. И удалось взять сегодня на СПБ бирже. То есть заходил со вчерашнего дня небольшим объемчиком. Затем добавился там где-то на локальном лое. Затем часть скинул. И, в общем-то, вот это вот все практически было на СПБ бирже. Остальное все по мелочи. Там где-то небольшой лонг, где-то небольшой шорт удалось взять. Ну, в общем-то, вот такой вот рынок. То есть рынок сейчас в действительности очень волатильный. Это рынок исключительно спекулятивный, ребят. Какого-то роста, наверное, уверенного ждать не стоит. Но вот какие-то выносы вверх-вниз, вот как сейчас у нас произошел вынос вверх, мы отмечали, что может быть сегодня у нас идет. Так, давайте я буду частично сейчас лимитки выставлять. Здесь, в общем-то, 310, ребят. Напомню, цель такая. Ну, посмотрим. Пустоватый стакан, все повыносили внизу, сверху. И я думаю, можем, если не пойдет опять какие-то супер продажи, которые были, можем просто скорректироваться. Золото падает, все как бы отчетность, наверное, не особо хорошая. Дивиденды отменили, но это не мешает, ребят, да, скальперски где-то заходить на понятные риски на уровнях. И вот у нас идет отскок. Часть, надеюсь, сейчас закрою. Так, закрыли часть и раскидался перед крупными плотностями. В общем-то, вот такой вот. И по Сигезе, ребята, пока стою. Внизу маркетмейкер, никого здесь особо нету больше. Ну, попытка была какого-то роста. Ну, в общем-то, она... Так, ребят, все, вышел здесь. Поставили 5000, начали как-то и поле золота падать, и все-все-все падать, вышел. То есть теперь опять лои текущего дня являются, ну... уровнями, да, которые можно будет, если что, отрабатывать. Но если мы сейчас еще подойдем сюда, то, скорее всего, там уже будет пробой, ребят, потому что объемы торгов очень большие на полиметалле. И, в общем-то, если мы сюда будем идти, значит, какой-то продавец все-таки есть. Соответственно, вынос легко может быть. Но удалось еще заработать на полиметалле. Дальше буду смотреть. В общем-то, бумага отдельно от рынка на своих новостях сейчас движется. И я думаю, еще интересные движения будут. Ну, и все внимание, ребят, Сбергаз. То есть Газпром сегодня плюс 4%. Ждал, возможно, выноса. 225 туда наставлялся. Ну, не последовало. А в общем-то, может быть, ребят, какой-то еще вынос вверх. Но все равно не верю в какой-то сильный тренд, ребят. Не верю в то, что мы сейчас так просто восстановимся от этого всего. Поэтому, в общем-то, здесь будет расти. Буду шортить, будет... падать, соответственно, буду искать какие-то лонги. Вот такой вот интересный рынок у нас, ребята, акции волатильные, на больших объемах, есть и новости, есть и ликвиды летают, и все-все-все. Поэтому, в общем-то, стоит торговать, стоит смотреть, искать, и рынок, как бы, скорее всего, через какое-то время замрет, но это не ближайшая, наверное, неделя. И еще момент, что слишком волатильный рынок, то есть 6% минусом полиметал, это очень много, но это в принципе обычное движение, то есть ничего такого экстраординарного не произошло, поэтому очень волатильный рынок, ребят, у нас. Так, ну, наверное, это все, в общем-то, сейчас дальше просто наблюдаю, пока каких-то интересных ситуаций больше не вижу, по Сигезе пока стою. Ну, если сейчас начнут какие-то айсберги опять ставить против, просто выйду, и уже ситуация как таковой тогда здесь не будет. Ладно, ребят, я передам тогда обратно Сергею. Сергей. Спасибо, Артем. Так, ну давайте из текущего, что происходит. Очень интересная ситуация у нас. Ух ты, смотрите, как пошли. Вход был, когда поставили 9000 на тоде в шорт и стали поддавливать USD томом вниз. Я зашел, ну как бы, когда появилась ситуация шортовая, я встал на такой же объем в шорт. И сейчас посмотрим, что здесь у нас может получиться. Мы видим локальное обновление уровня и, возможно, будет интересная ситуация. Прям такая шикарная здесь на переворот. Сейчас
лишь бы что-нибудь поставили интересное. Вот. И у нас, видите, сейчас, по сути, Сишка тащит за собой валюту. Конечно, это не так. То есть, скажем так, движение Сишки вниз будет продолжаться до тех пор, пока USDTOM, USDTOT не упрется в нижний уровень. Ну, либо что-то будет по стакану здесь оформлено. Интересно, смотрим. Ситуация довольно загадочная. Загадочная ситуация. Так, ну тут много сообщений, что сайт Мосбиржи лег. Ну, лег и лег, вам-то он нахрена нужен. Парам-пам-пам-пам-пам. Сергей, почему не работает сайт Мосбиржи? Сейчас позвоню, уточню. Почему не работает сайт? Хрен его знает, почему не работает. Так, ну на Smart Lab. Давайте посмотрим, что у нас на Smart Lab. Может, что-нибудь интересное есть. Ничего здесь нету на Smart Lab интересного по новостям, поэтому ждем. Так, напоминаю, ребята, подписывайтесь на мой ВК. Все равно делать нечего. Вот. И на запрещенную соцсеть тоже подпишитесь. Я сегодня там наконец-то перевалил отметку 4000 подписчиков. Там выходят эксклюзивные материалы, связанные с такой с нашей новинкой. Там супер рилсы по 60 секунд. Вот, найти нас очень легко. Алексеев Лайф везде. Смотрим мы на Сишку. Локальное обновление. Блин, наверное, там уже Марк разолился в лонги. Обновили мы уровень сейчас всего лишь на 100... Нет, Марк еще не залился. Марк, наверное, ожидает 150 пунктов вниз выноса. Опять подходим к этой девятке нашей сверху. Видите, на то, где стоит 9000. И вот как бы от нее я шортил. Посмотрим, что можно будет сделать еще. Давали 200 пунктов, можно было, блин, в принципе, скинуться неплохо. Но сейчас, наверное, будет еще импульс, я надеюсь. Блин, смотрите, у нас китаец просто уходит наверх. Китаец по полной рассинхрон. Рассинхрон. И что делать с этим? Ребята, если не сложно, добавьте еще лайков. Сейчас 336 лайков, давайте хотя бы до 500 доведем лайков, потому что надеюсь, что мы, может, к 1 октября хоть раскачаем наши эфиры, чтобы было больше 1000 человек в прямом. Ух ты, Газпром, смотрите, там прямо с ракет вставляют по рынку. Такое ощущение, что, блин, на Газпроме стоит уже покупать хай. Напоминаю, что мы там взяли 500 пунктов движения, и он еще ускоряется. Я буду смотреть на газ фьюч и на какие-то, может быть, объемы сверху, которые закрывают движения шортовые, чтобы что-нибудь может поскальпить немножко. 366 лайков, мало, добивайте лайков, пожалуйста. Идем вниз. Сбербанк снижается, да, Сбербанк снижается. Но вот видите, такое локальное обновление у нас получается. Локальное обновление на Газпроме Хая. Пока сверху ничего не вставляется. Посмотрим. И я жду какую-нибудь разворотную формацию на Сишке для того, чтобы законтртрендить, добавиться объемом. Сбер, газ, РТС, все смотрю, пока вроде бы РТС пытается выйти наверх, сейчас на этом обновлении на РТС и хай, возможно, на Сишке еще увидим вниз импульс и подберем здесь.
Так, из новостей, у меня такой большой список новостей был на сегодня. Я, наверное, такую самую важную зачитаю. Ну, вот во всей этой мобилизации и в новостях от Шойгу от Путина померкла такая новость, как Центробанк ФРС по итогам заседания 21 сентября повысил ставку сразу на 75 базисных пунктов. Теперь она составляет 3,25. Вот, и обещают ее вырастить к апрелю до 4,5. То есть, по идее, американский рынок должен был у нас слиться в унитаз. Ребята, что у нас там с американским рынком? Куда он, кому слился или нет? Есть мысли? Хотел посмотреть Trading View, вспомнил, что он у нас висит. Да нет, смотрите, что-то даже загрузилось. Но на битке у нас обновили еще раз лой локальный, пока глобальный лой пока не вынесли. Сбергаз выжит. Так, смотрите, у нас Сбербанк подходит уже к локальному максимуму. Возможно, там тоже будет какая-то неплохая ситуация на что-нибудь интересное. Давайте смотреть. РТС подходит к хаям. РТС выше, вынесли локальный максимум. Так, ну что делать? Что делать, Сережа? Что делать? Ну-ка. Какую-нибудь плотность бы снизу поставили, чтобы я мог перевернуться. Так, в такую пустоту заходить довольно странно. Одиннадцать девятнадцать. Просто пустота у нас в стаканах. Только понимаю, что какая-то у нас дикая раскорреляция идет. И это меня пугает. Давайте импульс вниз. Удар на повышенном объеме. Будет, наверное, интересно. Кто-то лайки шортит, ребят. Чего вы лайки шортите, а? Мы тут стараемся, между прочим, наверное, мы единственные, кто сейчас ведет прямые эфиры в таком рынке, потому что все не могут показывать, что они там творят. Скинул полпозиции шортовой. Не нравится мне это такое затишье. Такое ощущение, что сейчас могут двинуть наверх. Ладно, скинул тоже вторую часть. Тут не доливаюсь, потому что я пока не увидел разворотной информации. Так, по еврику тоже заскочил в лонг. Не знаю, зачем я это сделал. Но для чего-то, наверное, это было нужно. А, вот тут у нас, кстати, объемчик подставляет. Посмотрим сейчас, что будет происходить. Кручу, верчу. Посмотрим. Да, Бурунов, конечно, знает, что делать. Так, ну осталось 5 лайков до 400. Это будет неплохой результат. Напоминаю, что рынок довольно агрессивный. Точек хороших довольно много будет в течение дня. Поэтому не лезьте, пока не понимаете то, что происходит. Потому что если мы лезем в какую-то шляпу и тратим свои боеприпасы раньше времени, в нужный момент вы уже будете либо с маржин-колом, либо вы уже будете настолько утомленной торговлей, что не сможете ничего сделать. Поэтому берегите силы в этом рынке. Еще раз поздравляю всех скальперов, потому что на томе трешка в лонг, добавляюсь по рынку, ничего уже не поделать, толкает наверх.
девятку сни, сверху сняли, а нет, не сняли, а стоит. На разъедание девятки на тоде буду еще доливаться в ланки, возможно, будет хорошая движуха. Кто такой Бурунов? Сергей Бурунов, официальный голос Леонардо Ди Каприо, известен как... Как его звали-то в этом полицейский с Рублевки? Яковлев, не Яковлев, я уже не помню. Забейте, Бурунов. А, Володя, да. Володя. Вспомните, с ним есть видос предвыборный про геев на передержке. Вот посмотрите. Агитационное видео «Единая Россия. Геи на передержке». Зачетное очень будет. У меня в военном билете написана простая специальность. 11-я страница, чтобы понимали. 11-я страница. Группа учета РА «Солдаты». Наименование воинской должности, военной учетной специальности, должность, квалификация. Водитель автомобиля. Я водитель автомобиля. Это вам не хохры-мухры. Да, четверг, экспирация валютных опционов, но, во-первых, недельных, и, во-вторых, мне кажется, что опционщиков всех, наверное, порубило вчера и позавчера. Я вот пойду в Телеграм, у нас в Телеграме есть самый мощный управляющий Российской Федерации, который обладает 1 миллиард рублей в управлении, Евгений Питерский. И мы у него подробно все узнаем, вот, в опционной штуке. Напоминаю, что опционная, ну как бы наш Телеграм, да, где сидит как бы Женя Питерский, вот так вот выглядит, и я после трансляции туда переключусь, и там целый день можно будет общаться с ребятами, узнавать и смотреть, как парни в прямом эфире рубят миллионы рублей. Четыре миллиарда у Жени, ну ничего себе, уже 4. Сколько платят косратникам, кто знает. Мне только что прислали в нашем внутреннем чате, что в Якутске 205 тысяч. Только я не понимаю, это за что 205 тысяч? За день, за неделю, за месяц или за сделку? Напишите, кто знает, сколько платят сейчас контрактникам, да? Чтобы понимать, какая доходность. 160 тысяч, ну ни хреново. Так, мне поставили 2 лайка, спасибо. 205, 250, 205. Ну что, смотрите, у нас такой нехилый прошел прострельчик. На объемчик разъели, на томе, тоде. Вот, и такое ощущение, что формируется, может, восходящее движение наконец-то. Вот, но опять же, я где, блин? Не взяли меня нигде, кроме... На томе трешка, смотрите, снизу в поддержку нам ставят. Так, ладно, все, хватит угнетать. Спасибо, что написали. Больше ничего знать не хочу.
Там мне уже пишут, где больше доходность. Что-то не пошли наверх пока. Наверное, ждем еще одного касания. Посмотрим, что сейчас что получится снизу. Так, ну вот я вижу, что у нас. Я пока не слышу, что это говорят, но наш опциончик появился в чате. Вот Женя Питерский здесь. Поэтому, кто хочет поговорить с самым легендарным опциончиком России, победителем ЛЧИ, насколько я помню, вам всем в телегу. Давайте тоже отдадим должное Марку и той ситуацию, которую он нарисовал, вход от VWAP в шорт. Вот Марк вот в этом месте, наверное, жирновато будет, что-то точечка. Вот Марк Шендеров, вот здесь вот шортил с целью на обновление уровня. Прямо напишем точка Марка. Осталось у нас минуты и 10 секунд перехода получаса. Я, наверное, полчасовик дождусь и буду отключаться и переходить в телегу. Так, короче, евро мы отсюда уберем. Ждем какого-то еще выноса на сишки. Так, ну и, наверное, общая картинка, смотрите. Ну, что сказать, нефтянка стоит без шевеления. Сейчас подсожмем наш Сбербанк Газпром. Вышли мы на локальный максимум, на обновление. То есть, по сути, мы пока что стоим во внутреннем дне. Да нет, мы обновили хай и сейчас торгуемся в проторговке позавчерашнего дня. Наверное, мне кажется, что мы в ней и останемся. Поэтому будем здесь смотреть. Вот. Так, но по тому тоду, вот это нестыковка с обновлением уровней. Сейчас я нарисую еще раз, чтобы было понятно, о чем речь. Если у нас сишка торгуется за локальным уровнем, вот здесь вот. По идее, на томе мы должны тоже находиться за локальным уровнем вот здесь. А мы находимся до уровня. В этом и есть нестыковка. Евро улетел наверх, сейчас корректируется вниз. Китаец улетел наверх, корректируется вниз. И как бы весь рынок от нас чуть-чуть отвязан. Очень-очень интересно. лайков, 700 человек. Время у нас 11:30. Давайте я последним движением покажу, как попасть к нам в наш телеграм-канал. Ребят, вам нужно пройти будет через сайт, прочитать все условия, и с сайта есть выход через чат-бот на регистрацию. Вот. Там вы попадаете в два канала. Вот, и по расписанию можете общаться с нашими лучшими трейдерами, которые показывают свои сделки в прямом эфире. Я сейчас тоже там буду, у нас сегодня четверг. Сергей Алексеев, 11:30 заступлю. И, ну, финальная сделка. Напоминаю, что эта сделка уже была сделана на несколько объемов, они уже были закрыты в плюсе, и хвост там уже, ну, не такой большой, страшный. Более того, это была часть хеджа, которая тоже закрыта в плюс. Текущий профит на сейчас 7, 8, 9, 10. Не знаю, я, может, я криво считаю. Ну, короче. 7, 8, 9, 10. Ну, в принципе, норму дня я уже сделал. Где-то плюс 12 рублей есть. Конечно, скажут профессионалы, что это какой маленький заработок, как жить невозможно. Но вы возьмите этот заработок, умножьте на 240 торговых дней.
И я сомневаюсь, что кто-то из вас может заработать больше. Ладно, всем большое спасибо. Приключаемся в телегу. И завтра в 9:30 встречаемся на YouTube. Сегодня был неплохой эфир. Ребят, и не дергайтесь, да? Как бы мы живем в России, поэтому будь что будет, блин, остальное приложится. Опять же, для скальперов сейчас золотое время зарабатывать, пока рынки летают. Все, дальше в телеге. Все, Настя, завершаем. И бережем себя. Thank you.